Приближается лето, это значит, совсем скоро будет открыт купальный сезон. Это не только отдых и веселье, но и соблюдение правил безопасности на воде, которые должен знать каждый человек. Поэтому соревнования по плаванию среди школьников спасения на воде, которые прошли в центре «Нептун», так важны. Благодаря им дети не только приобщаются к здоровому образу жизни и укрепляют здоровье, но и обучаются навыкам оказания первой доврачебной помощи утопающим и спасению людей на воде. Сначала идет теоретический курс, им рассказывают, как это правильно делать, а потом практический курс непосредственно в чаше, где они уже отрабатывают данные навыки, которые прослушали заранее. В соревнованиях приняли участие ребята разного возраста, которых поделили на две группы – 13-14 лет и 15-16 лет. Всем пловцам предстояло выполнить три основных задания. В первой эстафете нам нужно было достать игрушки со дна и приплыть к бортику, и положить их на бортик. Во второй эстафете нужно было спасти человека и тоже его к бортику притащить. Вот. А в третьей нам нужно было быстро раздеться по свистку и приплыть тоже к бортику. Я считаю, самое сложное было спасение утопающего, так как человек тяжелый и тащить его гораздо сложнее, чем просто нырнуть и достать что-то. Ребята, которые приняли участие в соревнованиях спасения на воде, убеждены, что полученные в ходе конкурса практические и теоретические знания непременно пригодятся им в обычной жизни. В каждой возрастной категории были определены спортсмены, продемонстрировавшие лучшие результаты во всех трех испытаниях. Мария Буржинская, Валерия Жиглей, Щелковское телевидение.